Сегодня 18 марта, на улице 3 градуса тепла, но холодно. Я выходила, холодно. Весна никак не вступит в свои права, снега полно во дворе. Я решила позавтракать. Новостей полно. Вот сейчас загружается один ролик, потом запишу второй и третий и так далее. Новостей много. Интересные и не очень. Приятного всем аппетита!